Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с взносами на капитальный ремонт. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен группой депутатов Государственной Думы, ну и по фамилиям можно понять, что это депутаты от ЛДПР. Следует заметить, что к депутатам также присоединились члены Совета Федерации, ну и, как я понимаю, данные члены Совета Федерации также как-то связаны с партией ЛДПР. Поправками в Жилищный кодекс данным законопроектом предлагается установить, что взносы на капитальный ремонт в отношении новостроек могут взиматься только по прошествии 5 лет с момента ввода в эксплуатацию соответствующего объекта. В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают на то, что в Жилищном кодексе установлен специальный порядок взимания взносов на капитальный ремонт в том случае, если это происходит в отношении новостроек. И там установлено, что органы местной власти могут устанавливать период, за который не взимаются данные взносы, но этот период не должен превышать 5 лет. И в данном случае сложилась ситуация, что в разных регионах соответствующий период, за который не взимаются взносы на капитальный ремонт, эти периоды разные, то есть отсутствует единообразие, а значит и нарушается равенство жильцов. Соответственно, для того, чтобы установить единообразный период, в течение которого не взимаются взносы на капитальный ремонт с жильцов новостроек, предлагается принять данный законопроект. Что касается перспектив данного законопроекта, то, на мой взгляд, вряд ли он найдет поддержку у большинства в Государственной Думе. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!